Друзья, меня зовут Сергей, я приветствую вас на канале Gira & Company, и сегодня у нас в гостях лук ветер, и мы поговорим о нем. Первым делом одеваем тетиву. Лук готов к работе. Лук-ветер представляет собой многослойный ламинат, бамбук, ясень-бамбук. По форме он стилизован под маньчжурские луки, но имеет серьезное отличие от них, а именно, его плечи полностью активны по всей длине, что значительно повышает эффективность лука. Кроме того, на луке установлены дополнительные кожаные накладки, которые защищают плечи и предохраняют тетиву, кожаная рукоятка с резиновым демпфером внутри и эластичная кожаная полочка, которая предохраняет руки в момент выстрела. В самом начале, перед стрельбой, после того, как вы одели тетиву, лук нужно немного разработать. То есть слегка его размять. Сначала натягиваем несколько раз не на полную длину, затем увеличиваем натяг и потом постепенно натягиваем на всю длину несколько раз. Таким способом лук немножко разрабатывается, входит в рабочее состояние. Лук-ветер из всех луков бамбуковый, которые производит компания Gira & Company, самый быстрый за счет формы плеч. И поэтому такие луки мы рекомендуем для более продвинутых стрелков. Всем спасибо, хорошей вам стрельбы, ждем вас на нашем канале.